Девочка моя, спасибо. Моя дорогая. Как ты похудела? Дай мою сумку. Дай твою сумку. Не надо. Я сделала все, что возможно, чтобы тебя вытащить. Я молилась. Я бы отдала жизнь. Я так боялась, что ты не выдержишь. Я все сохранила. Дом, поместье, земли, все твое. Я не вернусь. Я должна идти с ними. Что ты говоришь? Подумай. Я думала 5 лет. Поздно, мама. Я не хочу идти вспять. У меня нет больше прошлого, я все оставила. Если бы я думала о вас, я бы умерла с горя. Как его зовут? Этьен. Очаровательный ребенок. Господи. Послушай, я помогу тебе. Помогу. Я не хочу, чтобы он знал, что я пережила. Я не хочу, чтобы он... Я хочу, чтобы он был счастлив. Дорогая. Увези его во Францию. Увези его. Твоего Индокитая больше не существует. Он умер. Я уехала во Францию. В другую жизнь. Я взяла только тебя. Завтра Франция окончательно потеряет Индокитай. Вьетнамцы прислали большую делегацию. Камила, твоя мать, в этом отеле. Номер 212. Хочешь ее увидеть? И ты? А ты?